Луковицы лилии Логибрид Венделла покоряют красотой и совершенством цветков. Они распускаются в июне-июле и достигают 15-20 см в диаметре. Широкие, слегка выгнутые лепестки окрашены в насыщенный розовый цвет и имеют тонкую белую окантовку по краю. Логибриды долго стоят в срезке, прекрасно смотрятся в ландшафтных композициях и групповых посадках. Эти многолетние растения предпочитают теплые солнечные участки с небольшим затенением и не требуют частой пересадки. Крепкие стебли лилии Венделла вырастают до 120 см и не нуждаются в опоре. Этот сорт может стать хитом садового ансамбля. Лилия Логибрид Венделла – это многолетнее растение высотой 120 см. Лилия прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. В качестве места выращивания лилии прекрасно устроит открытый грунт. Цветок окрашен в цветок насыщенно-розовый с тонкой белой окантовкой цвет. Интересные цветы лилии могут быть до 15 см. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.